да? Здравствуйте. Вот. Здравствуйте, подходите, Саша, чуть пройди, да. Эспрессо, американо будете? Нет, спасибо, я уже выпила. Да? Ну подойдите, Полтавчан, вам тоже тогда доброе утро, помашите. Доброе утро, Полтава, всем хорошего настроения, удачного дня, улыбок, всегда улыбаться, это самое важное. С утра просыпаемся и улыбаемся, чтобы было на целый день хорошее настроение. Это вы на работу так? Нет, это у меня утренний променад сегодня такой. О, я часто так делаю с утра, потому что днем жарковато, вечером иногда бывает лень, а утром это самое замечательное. Немножко отдохнули и вперед на велосипед. Вот, замечательно. Скоро с велозаезда будете ехать? Ну, я вообще в велозаезды особо не езжу. У меня, для меня велосипед это прежде всего удовольствие и неспешные прогулки за город, куда-то на речку, в лес. То есть какие-то такие рекорды я не ставлю. Хотя я часто бываю там на всяких мероприятиях, где ребята там на дальние поездки, на брелеты ездят. И я за них очень болею всегда. Да, всегда слежу, как они там это все проводят, и за них всегда болею, да. То есть мне нравится, когда ребята вот так вот какие-то цели перед собой ставят и воплощают. Вы такая спортивная, да? Вечно наблюдала, там ретро какие-то, велозаезды. Ну да, это такие велодевичники у нас обычно проводят каждый год. У нас такие вещи происходят на нашем форуме, как бы велосипедном. И каждый год я практически участвую. Нравится. И я как-то последние годы я вообще была как бы идейным вдохновителем. У нас было все дело в шляпе. Наверное, Да, я тогда без шляпы приехала. Ну, ничего, не важно. Главное, поучаствовала, это хорошо, да. Так что вот так вот. Такие вот. Ну, у меня два велосипеда, один спортивный, другой городской. Этот больше по городу, а спортивный это уже больше за город. Вот поэтому. Ну что, продолжаем с Владом. Да. Там можно уже заканчивать. Нет. Вам хорошего дня. Да. Спасибо, вам хорошего настроения. Спасибо, что к нам подъехали. Подъезжайте вы чаще. Тоже удачи вам всем, хорошего настроения и удачного дня. Спасибо.